Да, в основном лысый. Это Павел Анатольевич. Говори. А, до меня такие слухи дошли. И прям правда-неправда, что у вас в конце мая будет свадьба. Правда? Почему в конце мая? Ну, а когда в июне? Да, ну, в конце лета вообще-то. В конце лета? Да. Так, значит, неправильные известия были. Неправильно сорока до хвости принесла. Ира, правда, нет? Ира не может, не хочет. Так, что, кого пригласили? Никого еще не приглашали. А кого будешь приглашать? Всех, кого не лень. А лимузин будет? Будет. Ирка, на лимузине будешь кататься? На тебе поедем. Ну вот. Так что это все неправда, что в конце мая. В конце лета, как оказывается. Ну, будем ждать, да, Пах? Девушка, где он столько нашел? Мне сказали, где дед, поблизости. Тут только лесница, да? Тут лесница завалилась. А что, лесница никак не сделал? Да ну, Миша, да, мне там. Да узнай ты, ну. Ну что, вот жена у меня не хочет домой идти. Ну вот, девчонки, решилась я тут ногти сделать. Блин, не там. Ресницы, блин, тоже не там. Короче, подскажите, куда можно скататься, чтобы мне вообще выглядеть просто атас. Ну и все. Все, девки, короче, вот Паша меня из дома выгоняет, короче. Все, короче, и вот сейчас одеваюсь, короче, уезжаю, короче, к своим. Все, мне сказали нам больше никаких приветов, ни ответов. Ты определи, куда кошек денешь. Ты определи, куда ты свой денешь лучше, а не кошек. Понятно. Ну, я, в принципе, такого ответа я ожидал. Давай, удачи. Да, чем воля моя, удачи. Давай. Господа и дамы, скучать не буду. Жил, нажился. Я уже, знаете как, когда с человеком живешь 10 лет, наверное, одно другому надоедает. Пусть поживет без меня. Так что посмотрим дальше, что будет. Без тебя. О, давай, удачи. Все. Так кто без тебя-то жил-то, блин? Марбаз мать. Или как тебя там обозвать? Марбаз мать-то. Без меня, на. Кому ты обосрался? Бичевки какой-нибудь, если только. Это хорошо. Давай, удачи. Отлично. Я вот накрашенная, красивая, я-то найду себе мужика. У меня на 9-м, кстати, их много. А вот ты себе здесь чего, кого найдешь? Давай. Я тебе даже не против. Ты вот сейчас свои... Иди, ищи. Пусть есть, подумай. Она не первая, не последняя. Не она одна. 10 лет не держу. Так что разберемся. На прощение просить. Да даже не найдите. Я по факту, в принципе, ничем не виноват. Да нет, по работе. А ну это твои проблемы. Твои проблемы. Конечно. Это куда же деваться от проблем? Жизнь такая, да? Они ему такие. Не, да? Я такой, жизнь такая. Я отхожу. Ну и что, где твой? Послышу. Привет, Паша. Здорово. Здравствуй. Так. Честь.
Света, сигарета, дай человеку. Здорово. И мне тоже. Пока еще не поехал. Как все запущено. Здорово. И пиздаем еще, опять Муса мне проснулся. Почему? Одного меня, четвером сидели, одного меня забрали, думаю, я остальные сидят. Нифига, ну ты, блядь, всегда там найдешь себе подключение. Дай мне пиваса, я потом. Да вот? Пиваса не было, дай мне. Ну что, прощаемся. Пока. Здрасте. Садись. Вперед садишь? Да. А, нет, садись. Давайте. В общем, позвонишь, когда едешь. Хорошо. Сразу позвонишь, хорошо? Угу. Давай. Как денежку? Паха, ты что там делаешь? Закуску! Ну-ка, принеси отсюда! Несу! Несу, ху... Это что такое? Вот это что такое? Девки, чтобы у вас не было таких закусок, как у меня у пахана. Короче, хочу вас познакомить, со своей подругой, с Якушевой, Галиной. Она фуршетный мастер. Ну и все, чики-пики. Готовит вкусные, красивые закуски на любое мероприятие. Открыла набор на очередной поток онлайн-обучения. Я фуршет 1.0. Научит вас готовить красивые и вкусные закуски и зарабатывать на этом. Яна Комарова, прости ты уже Володю. Он нормальный пацан, Ну давай, девчонка, чтобы у тебя все было чики-пики. Он у меня тут даже Паха тебя в гости ждет, Он суп готовит в ведре. Ну и все. Посидим, погудим, ну и за жизнь поговорим. Ну давай, девчонка, чтобы тебя любили, ценили и на руках носили. Чики-пики. Яна, приезжайте в гости вместе с Володей. Будем вас мирить по полной программе. Приготовим ванну, лепесточки. Как надо будет все. Безумный пас с тобой. Зажгите свечи, и пусть горят колокола, ну и все, будет вечер. Ну и чтоб, чтобы у вас все было ровно, чики-пики. Роксет. Once a time since of you and more. Вон что, да. Вот такое мы с монголом не пляшем. Что он ее, он с ней там тра-та-та-та-та, а родители ее, да, богатые, он увозили, и он за ней бегал. Помнил, как песня-то случай. А уже тут вот только две песни? Нет. Седая ночь. Нет, не седая ночь. Вот это вот. А что там? Она белая, беленькая такая. Белые розы! Белые розы! Без защитные шипы. Ни разу, что-то я вообще не купаюсь. Монгол, она говорит, если ты меня сейчас не выручишь, я тебя сейчас... увезли-то родители. А такая есть песня. Какие родители? Куда чего увезли? Девка была, он с ней в школу влюбился, с ним это... Подожди, ты в Сирене живешь? Кого куда увезли? У Шатунова. Шатунова вообще с Москвы. Клип. Я говорю клип. Так мы-то ездим тоже в Москву. Да не за это говорят. Так ты клип заказывай. А я говорю... Во имя овса и смеха свиновых алюминий. Да подожди ты. Все целые дрожжи. Все жарко уже стало. Я говорю вообще. Вот. Ты что, понимаешь? Бахан. Нет. Я вообще... Кто в Москве кого увез? Короче, там, вот ты мне короче перебиваешь. Там клип. Где он вообще потерялся? Она что, все здесь? Так она голая, ладно. А, ладно сидит. Что меня зовёшь? Кто-то долбится. Да никто не долбится. Мы пока должны. Кто-то долбится. Так ты пока валяйся в ванной. Ага, да. Так ты закрой ванну. Может, утонула? Вообще без сессии.
Давай, выпрыгивай, короче, это. Подняла. Мне такой сон приснился. Так ты домой-то едешь или что? Да. Да. Караганда. Вот только у меня на такси деньги нету. Мы тебе вызовем такси, иди. Все было. Ну-ка, стоять. А что тебе за сон-то приснился? Короче, как будто я просыпаюсь, Серёня со мной рядом. Я его обнимаю, я говорю, я сейчас задохнусь. Она говорит, да ты маленько голову приподними, приедь, понял, да? Ну, и, короче, ты помираешь. Да. И типа вот, вот-вот. А он рядом, вот, вот здесь вот. А я поднимаюсь и прикинь, и понимаю, что да. Его рядом потом... нет. Подожди, а что Серёня тебе сказал? Он говорит, да ты поднимайся, все нормально. Я говорю, не кипишуй там все дела. Во, поняла, да? Но, прикинь, а я как это, как ползу. Как таракан. Ну, хорошо, что ты живая была. Но... Да, молодец, спасибо. Ты что, пошла? Что, прям так написать? Да.